Профессиональный праздник сегодня отмечают предприниматели. В российском календаре памятных дат он появился в 2007 году, в нашем совсем недавно. День предпринимателя в Приднестровье, к слову, отметят масштабно. Уже завтра в столичном парке Победа пройдет выставка-ярмарка «Покупай Приднестровское». О том, какие производители и продукция будут представлены, расскажет заместитель главы госадминистрации Тирасполя по экономическому развитию и предпринимательству Ирина Ольховик. Здравствуйте. Добрый день. Ирина Анатольевна, какие отечественные производители будут представлены, сколько заявок было подано, расскажите. Значит, завтра с 10 утра до 5 часов вечера будет проходить выставка-ярмарка в парке Победа. Было заявок более 50, все зарегистрированы, все будут участвовать в ярмарке. Будут участвовать не только предприятия и предприниматели, которые осуществляют свою деятельность на территории Тирасполя, а также и республики. Будут представлены такие блоки, как легкая промышленность, продовольственные и непродовольственные товары, а также и услуги. То есть весь спектр будет? Весь спектр, да. По продукции, что будет представлено, и может что-то интересное, новенькое, что мы еще не знали, вот завтра увидим, очень удивимся. В основном это, конечно же, те производители, которые уже долго осуществляют свою деятельность, и, в принципе, продукцию которых мы уже знаем, которую пробовали, носим. Но это будут такие предприятия, как, например, завод «Квинт», это предприятие, как… Интерцентр люкс, да, одежда, флари, да, также и продовольственные, это наши комбинаты молочные и мясоперерабатывающие. Ну вот цель, наверняка не только познакомить, но и показать, что приднестровская продукция качественная. Качественная, и что она не только покупать ее патриотично, скажем так, но и то, что она сегодня недорогая. То есть каждый приднестровец сможет купить продукцию, цена-качество сопоставимую. То есть качественная продукция по нормальным доступным ценам. Да, совершенно верно. Помимо выставки ярмарки, что еще ожидается, какая программа? Помимо выставки, вернее, как бы включено, это блок ремесленников. То есть наши приднестровцы смогут увидеть мастер-классы. Также будет показано дефиле от наших фирм-производителей швейной продукции и обувной. Такая демонстрация моделей, демонстрация, да, будет? Мод будет, да. Масштабы мероприятия действительно впечатляют. Если не ошибаюсь, Тирасполь передаст потом эстафету. Расскажите, кому и как дальше будет продвигаться ярмарка? Значит, у нас впервые День предпринимателя будет отмечаться 28 мая, и вот в канун этого Дня предпринимателя организовывается эта выставка-ярмарка. Также на данной выставке будут награждены наши предприниматели, которые осуществляют свою деятельность и уже успели отличиться теми продуктами, услугами и товарами, которыми они выпускают. Конечно же, Тирасполь – это первая столица, да, как бы мы начинаем вот в преддверии Дня предпринимателя. В дальнейшем эту эстафету передаем в Бендеры, и будет проходить она в районах и городах республики до конца 2017 года. Также будут участвовать такие города, как Рыбница, Дубасары, Слободзея, Каменка, Днестровск. Ну, Григориополь, Григориополь тоже, да. Я думаю, есть такая необходимость пригласить наших телезрителей прийти завтра в Парк Победы, так что приглашайте. Уважаемые тираспольчане, гости города, а также жители всей республики, приглашаем вас завтра, 27 мая, посетить выставку-ярмарку «Покупай Приднестровское», которая, повторяем еще раз, состоится с 10 утра до 5 вечера. Мы думаем, что вам понравится данная ярмарка, и вы получите огромное удовольствие, а также сможете, может быть, еще более ознакомиться с услугами и товарами, которые производятся у нас на территории Приднестровья. Будет интересно, я в этом уверена. Будет минутка, думаю, мы сами телеканалом мы вас ждем. Придем. Мы вас ждем. Спасибо большое, что заглянули к нам. Всего Спасибо. Доброго. До свидания. А я напоминаю, у нас в гостях была заместитель главы госадминистрации Ирина Ольховик.